Нет, надо на троих. Украинский МИД требует официального участия Киева в двусторонних переговорах России и США. На тот случай, если две державы поднимут вопрос о незалежной. При этом не исключено, что заявление это сделано было из боязни, что Дональд Трамп исключит Киев из любых мирных переговоров ради добрых отношений с Москвой. Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, в свою очередь, повторила призыв Порошенко. Западу стоит продлить антироссийские санкции. Язык до Киева доведет, вице-премьер Незалежный намерен перевести на украинский 2/3 телепередач в прайм-тайм. Вот таким способом Вячеслав Кириленко поддержал законопроект об исключительности мовы. Напомню, инициировали его несколько депутатов Рады, с легкой руки которых органы госвласти, местного самоуправления, а также вузы, школы и даже детсады должны использовать только украинский. А то за русский не оштрафовать могут. А вот другой закон, согласно которому жителям 13 регионов страны говорить разрешено на двух языках, у Кириленко, напротив, вызвал отторжение. Украинцам запретят не только говорить, еще и читать, по крайней мере, по-русски, глава местной ассоциации книгоиздателей заявил. Книги из России, в том числе и в ручной кладе, запретят ввозить аж на 3 месяца. Но Харьковская таможня пока информацию не подтверждает. И напомню, в конце прошлого года Рада ограничила ввоз из нашей страны антиукраинского чтива. В стране соседки не показывают фильмы, снятые в России после 2014 года из магазинов, предлагали изымать все, что напечатано в Москве.